Добрый день. Меня зовут Добров Александр, и я работаю технологом полива в компании Полымя Агро. Мы с вами находимся на полях фермерского хозяйства Находка Полесье Брестской области. И рядом со мной вы можете видеть широкозахватную поливную машину испанского производителя РКД. Это очень большая машина, ее длина составляет 900 метров и линия полосы полива 2,5 километра. Огромное преимущество этой машины в том, что она за сутки может полить до 250 гектар. Воду она берет из канала. Вкратце расскажу, из чего состоит машина. Она состоит из четырехколесной головной тележки и 16 длинных пролетов. На головной тележке расположен двигатель John Deere, который приводит в действие насос. Насос закачивает воду из канала и подает ее по трубам в распылители. Также к двигателю подключен электрический генератор, который снабжает электропитанием всю машину. Система управления этой машины оборудована удаленным доступом. Вы можете, находясь дома или в офисе, или в машине, при помощи телефона или ноутбука входить в меню контрольной панели. Там вы можете видеть, как работают системы, показатели всевозможные, а также в случае необходимости остановить систему. Если же случается какая-то аварийная ситуация нештатная, то сообщение незамедлительно придет вам на мобильный телефон. Это самая длинная машина в Европе и СНГ, которая имеет одно крыло и тележку сбоку. Здесь же на машине находится шкаф управления, который для удобства пользователя оборудован сенсорным экраном. На этом экране видно, как работают все системы этой машины, видны все параметры, скорость движения, давление, и можно задавать режимы работы машины. Также в шкафу управления смонтирована система управления с помощью GPS-навигации. Мы оборудовали машину двумя ступенями управления. Первая ступень – это механическая, при помощи натянутого троса. Ну а вторая, как я уже и говорил, с использованием GPS-навигации. Вообще, при такой огромной длине машины и учитывая, что головная тележка находится сбоку, технически очень трудно добиться равномерного движения всех пролетов. Но нам это удалось. В определенный момент у нас появилась информация, что в Сербии есть компания Ingelagro, которая делает программное обеспечение, изготавливает и устанавливает системы управления именно на такие длинные машины. И для того, чтобы убедиться, как у них это работает, нам пришлось съездить в Сербию и своими глазами посмотреть на это.
Я хочу поблагодарить всю команду компании Ингелагро, в частности Милана Углянина и Радомира Марчету, за то, что они помогли осуществить нам задуманное. Также я хочу поблагодарить компанию РКД, что доверили именно в Беларуси поставить машину такой нестандартной длины. И огромное спасибо компании «Находки Полесья» за то, что доверили нам, Полымя Агро, решить вашу проблему.